Привет! Сегодня мы получили опять посылочку от оптового магазина интернета мыло Опт. И посмотрим, что же нам пришло. Здесь у нас лежит накладная, в которой, как всегда, все четко написано, сколько что мы заказывали. И теперь по этой накладной мы проверяем вложенный товар. Для сегодня я заказывала желейную мыльную основу производства Англия. Она очень подходит для изготовления желейного мыла для волос. У нас оно в семье очень пользуется популярностью. Волосы становятся мягкие, шелковистые и получается как эффект ламинирования. Также пришло жидкая мыльная основа. Вот я заказывала для того, чтобы сделать шампунь и гель для душа. Вот в такие бутылочки оно непрозрачное, коричневое, запаковано, расфасовано. Также отдушка вишня в шоколаде. Ее я использую для изготовления мыла. Здесь написано дата изготовления, указана, как всегда, срок годности и производитель Франция. Вот такой флакончик. Также мы получили баночки для расфасовки крема. Баночки 40 мл, стеклянные, с металлическими крышечками. И мыльная основа производства Англия. Килограмм, упакована она в пленку. Очень хороша она в работе, податлива, мягко, хорошо принимает отдушки и масла. И еще одна отдушка из темного шоколада. Также хорошо прописана дата изготовления, срок годности и производитель Франция. И что еще пришло к нам в заказе, это крахмал кукурузный, вот упакованный 1 килограмм, упакованный в зип-пакетик и дополнительно еще прозрачный пакетик. И к нему мы заказывали набор инструментов для работы с мастикой. Также упакованы они в упаковочку на картонной планшетке с пластиковым футлярчиком. Это для изготовления мастики. Вот сегодня мы получили такую посылку. Посылка пришла очень быстро. Заказывала я ее позавчера. А сегодня я уже ее получила у себя. Большое спасибо за товары. Товары очень хорошего качества. Всегда приходят упакованы качественно, быстро. Большое спасибо магазину.